Косметическая линия C7 Solution – косметика, бросающая вызов старению. Только натуральные растительные компоненты. Алоэ барбаденсис – лучший источник питания и увлажнения кожи. Морские водоросли – секрет мягкой и нежной кожи. Доказано, что применение косметической линии C7 Solution уменьшает количество морщинок вокруг глаз на 27%, глубину и количество морщин – на 45%, возрастные пятна – на 30-40%, убирает отечность под глазами всего за 15 дней. Уникальные компоненты, входящие в состав: Матриксил 3000, микроколлаген, выделенный из морских водорослей, аргирелин, природная альтернатива ботексу, полипептид, способствующий расслаблению мимических мышц, айзерил, революционное средство, противодействующее отечности и пигментации вокруг глаз. Нанокластеры RBC обеспечат вам глубокое проникновение всех питательных веществ в базальные слои кожи и их доставку непосредственно в клетку. Добрый день, дамы и господа! Сегодня у нас с вами появляется уникальная возможность. Мы будем с вами тестировать, знакомиться с новой косметической линией C7 Solution, с этим уникальным комплексом, который уже опробовали многие наши клиенты, и мы в том числе. И сегодня я, специалист по косметологии, эстетист-косметолог Наталья Голоднова, расскажу вам, какие особенности и уникальные черты этой косметики, и как правильно ею пользоваться, и какой мы можем получить с вами результат. Вот к нам пришла замечательная девушка, она готова показать нам на своем лице эффективность применения этой продукции. И мы сегодня полностью на ней проведем весь цикл, весь комплекс. И вы сможете убедиться прямо на ее лице, как все это будет замечательно выглядеть. Что мы делаем с вами в начале? Вся серия C7 Solution состоит из нескольких ингредиентов. И первый из них — это, естественно, очищение кожи, то есть очищающая пенка. Хочу сразу сказать, что вся серия предназначена для кожи не очень молодой, для кожи уже увядающей, для кожи, которая имеет проблемы. Да, в данном случае мы и пригласили кандидата, который уже с этой проблемой столкнулся. Поэтому, естественно, даже очищающее средство очень мягкое, не пересушивает кожу, не разрушает нашего верхнего слоя. И используется оно достаточно просто. Прежде чем нанести пеночку на лицо, вы должны дома ополоснуть личико водой. Я это делаю в условиях кабинета с помощью специальных губочек. Вам достаточно одно небольшое нажатие пенки для того, чтобы снять декоративную косметику, пыль, грязь с вашего лица. В том числе можно использовать для снятия туши, теней и губной помады. Вот так достаточно мягко, нежно ложится на кожу пеночка. Ира, ничего не пощипывает, не раздражает, да? Можно комментировать свои ощущения, если они будут. У нас такая рабочая обстановка. Помассировали особенно загрязненные участки, как правило, это центральная часть лица, крылья носа и так далее. И этого достаточно. Смываете это небольшим количеством теплой воды. И после этого ваша кожа уже готова к нанесению косметических средств. Существует очень хороший тест для проверки вашего косметического очищающего средства. То есть, насколько хорошо оно справляется со своей задачей. Для этого необходимо взять бесцветный лосьон, смочить ваточку этим лосьоном или тоником и протереть после очищения лицо. Если ваточка будет абсолютно чистая, не будет никакого серого налета, значит, можете радоваться, косметическое средство, в данном случае пенка, вам идеально подходит. Ну, естественно, ваши ощущения, этого тоже бывает более чем достаточно. Все, наша девушка чистая. С большим удовольствием хочу представить вам крем-пилинг, который используется для
снятие верхнего слоя эпидермиса, того слоя, который уже у нас находится в состоянии, скажем, отшелушивания, но по каким-то причинам этот процесс не проходит так быстро, как нам хотелось бы. Его присутствие на лице дает землистый оттенок, сероватый цвет кожи, вот, дает шелушение кожи, и вообще кожа не выглядит как у младенца. Поэтому для помощи лицу используются пилинги, так называемые. Но мы сегодня с вами будем использовать необыкновенный пилинг, потому что этот пилинг основан на фруктовых кислотах и на ферменте папаин. То есть он не содержит никаких абразивных частиц, достаточно мягкий, не разрушает самое главное, на мой взгляд, это верхний защитный слой кожи, нашу липидную мантию. Поэтому используется он очень просто. Вот в таком он виде. Гелеобразная масса наносится на поверхность чистого лица достаточно тонким слоем. Равномерно распределяется по всей коже. Фруктовые кислоты вообще обладают уникальным свойством. Они настолько хорошо омолаживают кожу, что после использования даже можно сразу же заметить, насколько светлее становится кожа, насколько она белее. Очень показан такой пилинг с фруктовыми кислотами для людей, страдающих пигментными пятнами на лице, имеющих несимпатичную, непривлекательную кожу. Вот мы нанесли с вами пилинг, равномерно его распределили на всей поверхности, и буквально сразу нам нужно, просто покручивая круговыми движениями, мелкими круговыми движениями, помассировать лицо. Буквально через несколько секунд, вот наверняка Ирина уже ощущает, у меня под руками образуются комочки. Это уже отшелушивается ее собственная кожа, вернее, уже мертвая кожа, которая почему-то не хотела нас покидать. И буквально сразу после этого пилинга мы можем с вами фиксировать совсем другой цвет лица. Кожу вокруг глаз мы, естественно, не трогаем. У нас ничего не пощипывает, да? Не покалывает, ничто нас не раздражает. В домашних условиях это делается очень просто, очень легко, перед зеркалом в течение 2-3 минут. Вот наша кожа уже очищена таким глубоким очищающим средством. Потом это необходимо смыть небольшим количеством воды, удалить все с поверхности кожи. И мы уже даже можем видеть результат более гладкой такой кожи, как у младенца. Я думаю, что это уже заметно. Сразу же после пилинга мы будем делать с вами тонизирующую маску. Поэтому я высушу личико и скажу вам буквально несколько слов об этой уникальной лифтинг-маске. Почему она уникальна? Потому что очень быстро готовится, потому что дает очень хороший эффект. Лифтинг от слова подтягивать. Поэтому мы с вами будем сейчас заниматься тренировкой наших уже ослабленных мышц. Они у нас действительно уже не имеют того тонуса, который нам бы хотелось. Вот. И посмотрим, какой у нас будет результат после нанесения этой маски. Маска у нас с вами двухкомпонентная. Она состоит из двух составляющих. Вот такая пудра. И активатор жидкость. Как готовится эта масочка? Все достаточно просто. В комплекте идет, как я уже сказала, пудра, активатор и вот такая удобная кисточка. Совсем небольшое количество пудры. Обратите внимание. Небольшое количество пудры вы высыпаете в какую-то емкость. Добавляете несколько капель активатора. И через несколько секунд у вас будет готово масочка. Кисточкой все это взбиваете до образования таких вот пышных густых сливок. У этой маски нет никаких нюансов и особенностей по нанесению на кожу лица. Поэтому любой человек в домашних условиях, даже не имеющий опыт нанесения масок, очень легко с этим справится. Потому что маска жидкая, наносится равномерно, легко. То есть не обязательно все это наносить по каким-то специальным массажным линиям. Не наносится маска, как вы сейчас посмотрите, на кожу прямо
вокруг глаз, близко к нижнему верхнему веку, туда мы нанесем с вами специальный крем, но об этом чуточку позже. Обязательно делайте маску после нанесения, после пилинга, тогда вы получите более выраженный эффект и по качеству кожи, и по состоянию ваших мышц, потому что лифтинг-маска — это своего рода тренировка для мышц лица. Особенно она показана коже увядающей, со слабым тургором, с провисанием, ну, естественно, с большим или даже не очень большим количеством морщин. Юным девушкам в возрасте 18-20 лет, я думаю, что еще нет необходимости использовать эту маску. А вот пилинг может использоваться даже в таком возрасте, потому что обменные процессы нарушены уже у многих, и помочь своей коже избавиться от мертвых частичек было бы очень здорово, тем более, что эффект заметен сразу. Вот такая у нас получилась с вами пышная маска, буквально за несколько секунд. Наносим мы ее легко. Вот таким образом, оставляя кожу вокруг глаз свободной. В то время, когда вы делаете эту маску, вам необходим полный покой. Это значит, что вы отключаете свои телефоны, расслабляетесь, не смотрите в это время новости, не смотрите в это время криминальную хронику. Лежите в расслабленном состоянии. Нанести вы ее можете в ванной, дойти до своей комнаты, лечь или сесть, как вам удобно. И получать удовольствие от тех ощущений, которые будут происходить на вашем лице. Нельзя разговаривать во время тай-маски, потому что лифтинг-маска подразумевает эффект полнейшего стягивания, эффект подтяжки. И если во время разговора вы будете выполнять какие-либо мимические упражнения, то есть говорить, смеяться, улыбаться, то, естественно, образуются заломы. Вот так все это выглядит. Так как масочка будет стягивать нашу кожу, будет тренировать наши мышцы таким образом, то кожа под глазами, естественно, будет тоже двигаться. Поэтому, чтобы мы не навредили коже под глазами, мы нанесем с вами на нижнее веко вот такой специальный крем для век. Глазки на меня, пожалуйста. Угу. Что это за крем для век? Вы знаете, в его состав входит уникальное вещество, которое называется айзерил. Оно великолепно снимает отечность под глазами при регулярном применении. И убирает даже темные круги, пигментацию вокруг глаз. Кроме этого, глазки закрываем. Кроме этого, этот крем очень хорошо ухаживает за такой тонкой кожей век, которая является вот кожа вокруг глаз. Она практически лишена сальных желез, поэтому человек быстрее всего стареет, естественно, там чаще всего появляются морщины, даже в юном возрасте. Пока мы, у нас с вами целых 20, а может быть даже и 30 минут, то есть маска наносится на лицо на период от 20 до 30 минут, пока полностью не стянет, не подтянет лицо. У нас есть время пообщаться и более подробно рассказать вам о всех других средствах, которые входят в состав косметической линии CSIM Solution. Что, на мой взгляд, является уникальным в этой косметической линии? В первую очередь, это то, что вся серия относится к разряду космоцевтики. Хочу сразу же объяснить, чем отличается косметика от космоцевтики. Ну, я думаю, что, приведя в пример косметический капитальный ремонт, уже вам становится ясно. Косметика решает только чисто косметические проблемы, то есть она маскирует недостатки кожи лица и, собственно, чисто психологически позволяет вам жить с этими недостатками. А в отличие от косметики, космоцевтика – это лечебная косметика, которая работает на глубоком клеточном уровне и называется она терапевтической. Лечебная – это не значит, что она должна быть, что вы должны бы иметь больную кожу. Потому что если кожа провисает, это уже нездоровая кожа, да? Значит, повреждены коллагеновые эластиновые волокна. Если появляются морщины, это значит, нарушается работа внутренних слоев кожи, плюс ваша мимика, образуются морщины. Если кожа сухая или шелушится, то это тоже нездоровая кожа. Если кожа очень жирная, то это тоже нездоровая кожа. Поэтому задача космоцевтики – это сделать вашу кожу более здоровой, то есть восстановить обменные процессы в коже, дать ей качественное полноценное питание. И один из немаловажных факторов космоцевтики – это то, что все эти средства не содержат ни одного из вредных и опасных ингредиентов, которые сегодня можно встретить, наоборот, просто в косметических линиях.
Какие же это опасные ингредиенты? Я просто перечислю их названия, а вы дома наверняка внимательно почитаете на упаковочках тех баночек, которыми вы пользуетесь, если там в составе эти названия. Например, минеральное масло. Например, петролатум, например, пропиленгликоль, лаурилсульфат натрия. Все эти вещества традиционно используются в косметических средствах, являются достаточно дешевыми составляющими, но обладают массой побочных эффектов. Они разрушают вашу верхнюю защитный слой, липидную мантию. Они способны накапливаться в слоях кожи и даже в органах и системах и приносить вам потом другие проблемы со здоровьем, о чем, собственно, ни один доктор вам впоследствии не скажет, если вы обратитесь к нему за советом, почему вдруг я потерял свое здоровье, у меня болит печень и так далее. То есть это тоже может быть от того, что человек регулярно, ежедневно, два раза в день пользуется, ну, как минимум, кремом, зубной пастой, шампунем и так далее, которые содержат эти опасные вещества. Поэтому будьте внимательны и старайтесь не приобретать такие косметические средства. Космоцевтика не содержит ни одного из этих опасных компонентов. То есть все составляющие более чем натуральны, все ингредиенты высокого качества. Соответственно, для вас это достаточно эффективно и результативно. Что еще очень важного в космоцевтике? Космоцевтика, естественно, изготавливается из натурального сырья. И в ее состав всегда входят уникальные вещи, которые вот сегодня мы с вами уже озвучили. В первую очередь это вещество айзерин, которое находится в креме для век. Особенно хочется отметить сыворотку от глубоких морщин, которая действительно является на рынке более чем уникальной. Мы будем наносить ее позже, после маски. Она наносится вечером, перед самым сном, на кожу лица, сверху покрывается кремом. Что входит в состав этой сыворотки? Вещество, которое называется аргирелин. Что это такое? Это на сегодняшний день очень известный, уникальный аналог ботокса. Но что такое ботокс? Многие из вас знают, как у нас появляются морщины. Мы выполняем какие-то мимические действия, и закладываются у нас такие мимические складки, которые потом превращаются в глубокие морщины. И для того, чтобы избежать их появления или расстаться с ними, многие женщины прибегают сегодня к такой популярной, достаточно дорогостоящей процедуре, как инъекция ботокса. Эта инъекция достаточно эффективна, но ее эффект длится не более чем 6 месяцев. Следовательно, через полгода необходимо все это дело повторять. И эта инъекция ни в коем случае не решает проблему предотвращения процесса старения, то есть предотвращения появления морщин. Сегодня, благодаря науке, было создано такое вещество. Это уникальный пептид, повторю его название, аргирелин, то, что является заменителем, природным аналогом ботокса. Это значит, что когда сыворотка находится на вашем лице или на тех участках, на которые вы ее нанесли, которые для вас вы считаете проблемными, ваша мышца расслабляется и формируется в течение ночи. У нее новая мышечная память. То есть при регулярном использовании этой сыворотки можно добиться значительного смягчения даже глубоких морщин. То есть если говорить о продолжительности хотя бы 30-60 дней постоянного применения, то вы получите эффект как минимум на 50%, ваши морщины станут гораздо мягче. Я не говорю уже о тех мелких морщинах, которые вообще просто с лица исчезнут. И те наши клиенты, пользователи этой косметической линии уже успели ощутить этот результат от этой уникальной сыворотки. Кроме этого, во всю косметическую линию входит такое интересное очень вещество, которое называется гиалуроновая кислота. Она позволяет удерживать нашей коже влагу, она позволяет нашим коллагеновым и эластиновым волокнам, то, что придает нам тургор, чувствовать себя лучше, то есть их восстанавливать. И вот если мы сейчас посмотрим на нашего клиента, то уже можно увидеть, как под действием маски изменился цвет лица, насколько светлее стала кожа. И вот в частности под глазами видно очень хорошо, где маска уже подсохла. То есть морщин практически нет, даже мелких морщин. Сейчас мы дождемся, когда высохнет масочка на лбу, и увидим, как вот эти нитки морщин у нас тоже стали менее заметными. Что это значит? Это значит, что если вы будете делать эту маску регулярно, относительно постоянно. Какой здесь курс? Первые 2-3 недели вы делаете интенсивную терапию, то есть 2 или 3 раза в неделю. Потом переходите на обычный режим, половинный режим, то есть 1 или 2 раза в неделю делаете маску. То есть это достаточно удобно, не забирает у человека много времени,
И тогда при длительном применении можно получить вот такой стойкий результат. Почему я говорю при длительном применении? Бытует такое мнение у людей, что косметические средства нужно менять, что кожа якобы к ним привыкает, поэтому мы не получаем результата, и мы должны одно заменять на другое. Это никоим образом не относится к линии космоцевтики. Наоборот, космоцевтические средства мы должны использовать без всякого перерыва, постоянно. Чем дольше, тем лучше. Тем более, что вся вот эта серия, вроде на вид это и небольшой объем упаковок, но она рассчитана на применение от 4 до 6 месяцев. То есть этих средств любому человеку при любой площади лица хватит на такой вот достаточно длительный промежуток времени. Соответственно, это сокращает наши с вами расходы по использованию этой линии. Кроме сыворотки, хочу еще отметить вот такой антивозрастной увлажняющий крем, который мы будем наносить с вами и утром, и вечером. То есть нет у нас отдельно ночного крема, у нас есть с вами полноценное увлажнение питания и утром, и вечером. Питание у нас будет с вами в виде сывороток. Этот крем наносится на очищенную, подготовленную кожу достаточно тонким слоем, имеет очень приятный аромат, но не в этом его ценность. Ценность его в том, что оно содержит уникальный микроколлаген морских водорослей, Matrixyl 3000. Это позволяет нам восстанавливать наши коллагеновые и эластиновые волокна, что до сих пор было практически невозможно. Потому что если в состав косметической линии входит животный коллаген, а не растительный, то животный коллаген по своей молекулярной массе из-за большого размера молекул просто не способен проникать в глубокие нижние слои кожи. Именно туда, где нам необходимо, там, где идет процесс рождения клетки, потому что верхний слой – это уже мертвый слой, и, собственно, нужно его только декорировать. А наша задача – приостановить процессы старения, значит, мы должны накормить, напитать, увлажнить нижний слой кожи, чтобы клетки, которые будут появляться на свет, а клетки кожи живут приблизительно 30 дней, вот мы говорим о нашем возрасте, то реально мы через 30-50 дней можем получить хороший, ярко выраженный результат от применения этих косметических средств. Кроме этого, большое количество витаминов входит в состав всей косметической линии. И нужно упомянуть о четвертом очень важном компоненте, который входит в состав всей серии. Это, конечно же, нанокластеры компании RBC. То есть это то, что дает нам максимальную усвояемость, очень быстрый эффект, как минимум в 3-4 раза более глубокую проникающую способность. Соответственно, это для нас с вами результат, более быстрый. И, на мой взгляд, есть еще один очень важный компонент у этой линии. Это огромное количество антиоксидантов, которые входят в состав всех косметических средств. А вы знаете, что, в общем-то, процесс старения, философия процессов старения – это разрушение нас с вами свободными радикалами. Нейтрализовать и вывести из нашего организма свободные радикалы могут только антиоксиданты. И если наша косметическая линия содержит антиоксиданты, то у нас есть с вами шанс приостанавливать эти процессы. Чем их больше, тем лучше. Как можно определить, вот заметить на примере действия антиоксидантов? Если, например, вы сливочное масло не спрячете в холодильник, оно целый день у вас простоит в теплой кухне, то к вечеру вы заметите, что оно покрылось более желтой темной пленкой, на вкус оно стало горклым. Люди говорят, масло прогоркло. На самом деле, вот это и есть процессы окисления. Как происходит на лице процессы окисления? Если на вашей коже даже небольшие поры, но у них много маленьких мелких черных точечек, это и есть процессы окисления, то есть ваше кожное сало выделяется, вступая в реакцию с кислородом воздуха и со всеми веществами, которые есть у нас, не настолько чист воздух, мы не в тех условиях с вами проживаем, происходят процессы окисления, то есть сало это окисляется, закупориваются поры, и мы имеем более землистый цвет лица, мы имеем массу этих черных точечек на лице, которые нас раздражают, они создают фон всего лица, не очень нам привлекательны. Поэтому пилинг с фруктовыми кислотами раз поможет от этого избавиться. И, естественно, те антиоксиданты, которые входят в состав косметической линии. Но у нас уже подошло время, мы можем с вами смывать маску. Но до этого, вот если можно показать поближе, я не вижу сейчас ни одной морщины на лице своего клиента. Масочка подсыхает, образуются ниточки, вот, но это нитки маски. На самом деле, посмотрите, какая мягкая, гладкая кожа,
те места, где достаточно сильное было провисание, вот здесь мы можем с вами заметить небольшую морщину. Следовательно, при регулярном применении мы можем получить хороший результат. Сегодня встретить на рынке косметическую серию, которая обладала бы сразу в составе несколькими такими ценными компонентами, которые я перечислила, практически невозможно. Ну, а такую новинку, как нанокластеры RBC, вы вообще не встретите ни в одной косметической линии. Это существенно поднимает ценность этой косметики в глазах самих клиентов, которые этим пользуются, и в глазах профессионалов. Потому что сегодня выбор достаточно большой на рынке. Ну, я уже сказала, как мы с вами выбираем. И в то же время найти все 3-4 составляющих в одной серии – это просто невозможно. Вот после снятия маски достаточно легко снимается маска. Дома вы будете это делать просто тепленькой водичкой из-под крана. Конечно, желательно, чтобы на вашем кране стоял фильтр, который бы связывал хлор и другие вредные примеси. И посмотрите, как чудно выглядит теперь наша кожа. Что мы делаем с вами дальше? Каждое утро и каждый вечер мы будем выполнять одни и те же действия. Маску и пилинг мы не будем делать с вами каждый день, я уже сказала, один или два раза в неделю. А предположим, сейчас у нас утро, и Ирина собирается на работу. Мы с вами наносим сыворотку «Ежедневный уход». Не от глубоких морщин, ее мы будем наносить вечером, а сыворотку «Ежедневный уход». Эта сыворотка дает хорошую качественную защиту, дает полноценное питание и увлажнение кожи. Наносится она достаточно тоненьким слоем, буквально 2 нажатия. Это все, что нам необходимо. Распределяем равномерно, никакого жирного блеска на лице, абсолютно никакого. Чудный аромат цитрусовых. Буквально за несколько секунд, ничего промокать не нужно, буквально за несколько секунд все это питается. За это время мы нанесем с вами крем для век. Мы его тоже будем наносить и утром, и вечером. Верхняя и нижняя века. Обратили внимание, какую крупиночку я достала крема для век из флакона. Хорошо ложится декоративная косметика. Самое главное, я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что все средства декоративной косметики, тени, например, пудра, тональный крем, это средства, которые достаточно сильно высушивают кожу. Поэтому наносить сухую пудру или тени на неподготовленную, непокрытую кремом кожу, это все равно, что заведомо пересушивать свою лицо и более быстро получить морщины, нежели это вам предназначено природой. Поэтому вы покрываете кремом для век. Сыворотка у нас уже практически впиталась. Можно было, в принципе, и не ждать, пока она впитается. И последнее, что мы наносим утром, это вот такой антивозрастной увлажняющий крем. Я о нем уже говорила, о том, что он содержит микроколлаген морских водорослей. Кроме этого, это великолепная защита. Вы видите, как немного нужно его на лицо. Распределяем тонким слоем. Через несколько секунд никакого жирного блеска, все впиталось. Ровно, прекрасно ложится декоративная косметика. На целый день вы имеете защиту на лице от пыли, ветра. Антиоксиданты помогут вам даже незначительно, конечно, но помогут защититься от компьютеров, если вы за ними работаете. Я знаю, что наша девушка работает у компьютера. Вот, и кожа ее от этого страдает еще больше. Тоже обратите на это внимание, потому что электромагнитное излучение очень сильно влияет на качество вашей кожи. Вот, собственно, весь уход. И сейчас я повторю вам. То есть, видите, ничего не нужно промакивать, ничто у нас не блестит. Я рекомендую молодым людям использовать пилинг для лица.
один раз в неделю, один раз в две недели по состоянию их кожи. Урьевая проблемная, 1-2 раза в неделю. Тоненькая, сухая, один раз в две недели, один раз в неделю. То есть вот такой пилинг. Кроме этого, если уже есть мимические морщины, то на область мимических морщин, только на область мимических морщин, наносить сыворотку от глубоких морщин только на ночь. Что еще можно использовать молодым людям? Если кожа тонкая, сухая, шелушится, обезвоженная, то сыворотку ежедневный уход можно использовать для лица даже в таком юном возрасте. Ну, естественно, можно пользоваться очищающей пенкой. Тонизирующую маску, у них нет для этого еще показаний, мы использовать не будем. Крем для век и антивозрастной увлажняющий крем тоже можно пока отставить. То есть, в общем-то, это все индивидуально, но если уже есть проблема, нужно ее решать. Не ждать, пока там уже совсем разруха наступит, и не ждать какого-то конкретного возраста. Я хочу вернуться к началу нашей встречи. Я обратилась к вам, дамы и господа. Я сделала это умышленно, потому что косметическая линия C7 Solution – это эксклюзивная серия, это элитная косметика. И если вы себя любите, если вы себя уважаете, и если вы верите, что красоту можете создать своими руками, то это косметика.